Билими, тәжірибеми, весь свой опыт, все свои силы я отдам процветанию азербайджанского народа и Азербайджана. Трудно словами передать, что в тот момент чувствовал этот 70-летний человек, прошедший долгий путь от вершин советской власти через падение, забвение, крушение государственного строя, унижение, клевету, смертельные угрозы, снова к вершине власти уже в новом государстве. И эту власть ему доверил его народ.